Добрый день, дорогие друзья, уважаемые подписчики. Сегодня давайте рассмотрим заряд глубоко просаженных аккумуляторов, 132-х аккумуляторов. Это они установлены на Checkmoney, и, по всей видимости, их водитель подзабыл выключить либо свет, либо не знаю, что там. И вот привезли их в таком состоянии. Значит, на одной батарейке мы видим четыре с половиной вольта. И на второй батарейке мы видим 1,9 вольт. Вот эти показатели у меня записаны. И плотность батареи 1,05. Бляха-муха, куда я опять ориометр делал? А, вот. Так, ну давайте покажу это наглядно. Ну, как видим, плотность полностью, практически полностью отсутствует. По батарее 1,05 по всем банкам. То есть и здесь, и в этом аккумуляторе точно такая же плотность. 1,05. Так, работать будем на Кулоне 720. Сейчас закидываю. Эти батарейки у нас также глубоко просаженные, но дело в том, что одну вот эти батареи, с этими батареями алгоритм работы будет немножко другой. Аккумуляторы неправильно обслуживались, неправильно эксплуатировались. Но это, как говорится, совсем другая история у нас будет. Рассмотрим вот в данном ролике работу только с этой парой. Сейчас я буду вытаскивать вот эти две батарейки, с которыми я закончил работу, и запихнем этих двух сусликов в наш зарядный бокс. Так, батарейки в зарядном боксе, и плавненько переходим к нашим кулончиком, к настройкам. Включаем кулончики. Так, здесь у нас блок питания. Сразу я здесь толкал тоже одну батарейку. Так, ну, вначале выставим алгоритмы. Так, заряд АКБ. Напряжение, да, 14,7. Так, и 7 ампер выставляем. Так, основной заряд 7 ампер. Так, 40 часов заряда, 14,7, 7 ампер ток. 40 часов заряда. И так, предзаряд мы оставляем 3,5 ампера. Дозаряд мы ставим, пока поставим 2 часа, потому как я буду оставлять на ночь. Но с этой батареей придется работать не менее суток, я так думаю. Так, дозаряд мы ставим 16 вольт. 16 вольт, минимальная 14,1. Ток до заряда поставим 5 ампер. И время до заряда 2 часа. Так, ну, дело в том, что у нас сейчас батарея это не пойдет, потому что напряжение очень маленькое. И нам эту батарейку надо толкнуть. Так, нет АКБ.
Давайте выставим то же самое здесь. В принципе, у меня здесь уже параметры выставлены. Так, 14,7 вольта. Ток заряда 7 ампер, 40 часов. Предзаряд 12 вольт. Так, дозаряд 16 вольт. И также 5 ампер. Выставляем ток до заряда. Ну, оставим пока 2 часа. А там уже будем смотреть по набору плотности. Как батарея будет набирать плотность. Так, оставляем на вот этих стрелочках. И подключаем батарейки. Подключаем. И как видим, кулончик у нас батарейки не видит. Поэтому начнем с блока питания. Так, блок питания у нас напряжение 14,4 поставим. 14,4. Нам главное толкнуть. Так, лимит тока 3 ампера. Перегрузка. Пишет, что перегрузка. Так. Ну, давайте. Лимит тока сделаем 2 ампера. 2 амперчика. И будем потихонечку толкать. Да, здесь история у нас повторяется. Перещелкиваем на блок питания. Так, напряжение 14,4. И лимит тока 2 ампера сделаем. 2 ампера. Так, мощность здесь 13 ватт. Потихонечку пошло у нас. Здесь у нас 8,8 вольт на батарейке. Здесь пока сейчас напряжение должно уменьшаться. Сейчас оно пойдет вниз. Нам эту батарейку нужно активировать. Потихонечку, понемножечку. Ну, давайте дождемся, пока вольт 9-10 не появится на этой батарейке. Здесь опять же тоже перегрузка пишет. Так, а вот что в таких случаях делать? Я, честно говоря, никогда не задумывался. Ну, давайте будем ждать, пока батарейки наберут минимальное напряжение для того, чтобы начать с ними зарядные режимы. Пока перекур. Будем дожидаться точка. Так, ну, на первом кулоне у нас до 11,1 дошло напряжение, поэтому мы резко перепрыгиваем на зарядку, на заряд АКБ. Вот так вот. Все, предзаряд у нас пошел. 3,5 амперчика. Так, здесь у нас до 12,8 дошло напряжение, и падать пока не хочет или не хочет. Пишет перегрузку. Давайте, 12,7. Ну, пусть немножко
напруга просядет, и потом переключимся также в режим заряда. Пока тормозим. На этой батарейке, ну да, правильно выразился, напряжение ниже 12,6 не опускается, поэтому давайте переведем сразу в режим заряда. Вот так вот. И что мы видим? Батарейка сразу перепрыгнула на основной заряд. Это, конечно, не есть хорошо. Это есть не совсем хорошо. Очень быстро батарея набирает напряжение. Так, здесь до 14,3 добежала. Здесь 13,7, 13,6 потихонечку на напряжение на батарее падает. Так, ток нам надо уменьшить на этой батарейке. Сделаем максимальный ток 3,5 ампера. 3,5 ампера. Заряжать будем бережно. Батарейки пустые. Здесь напряжение также потихонечку снижается. Проработали всего 4 минуты. Ладненько, давайте минут 10-15 подожду и сделаю повторное включение записи. Прошло 11 минут, и мне не нравится такой темп заряда у нас, поэтому мы выключим зарядное и посмотрим, до скольки у нас будет устаканиваться напряжение на батарее. Первую дозу мы чуть-чуть влили и дадим аккумулятору отстояться. Отстояться до напряжения, которое будет уже стабильное. До напряжения, которое не будет падать, будем так говорить. Подождем минут. Подождем твою маму. Подождем твою мать. Итак, подождали 25 минут. И, как видим, на одной батарейке напряжение опустилось до 11,3, на второй 11,6. Сейчас мы отключим крокодилы и будем забивать новые параметры. Так, включаем зарядничек. Заряжать нам надо как можно бережнее и аккуратнее эти батарейки наши. Так, основной заряд 3,5 ампера оставляем. Так. Четырнадцати семь, 3,5 ампера и 40 часов. Так. Предзаряд 1,7. Снизим до 1,5, даже до 1 ампера, 1,1, ну пойдет 1,1. Минимальным
током будем вводить предзаряд. Так, это заряд. Ставим 16 вольт. И ток до заряда также 3,5 ампера. Но до заряда мы сегодня, до утра она не дойдет, эта батарея. Поэтому завтра будем также перебивать настройки. Предзаряд 1 ампер. Вот так вот. 1,1. Так, основной заряд 14,7, 3,5. И дозаряд, ну, на всякий случай, давайте поставим 16 вольт, хотя она, батарейка, не догребет до этого момента. Итог дозаряда 3,5 ампера. Все, включаем. Подключаем наши крокодилы. Вот в чем неудобство кулона, то что в таком вот, при таких настройках невозможно выставить 13 вольт предзарядка. Хотя очень хотелось, поэтому будем заряжать по минимуму. Предзаряд у нас продлится до завтра. Рабочий день у меня закончился. И вот эти 15-16 часов, пока завтра я не догребу опять на свое рабочее место, у нас будет проходить, будем так говорить, предзаряд 3,5 амперами. Заряжать эту батарею нужно аккуратно, чтобы она, не дай бог, у нас не замкнула, потому что может повести пластины, и в итоге батарея может у нас выйти из строя. Спешка нам понадобится при ловле блох. И также спешка нужна при поносе. В нашем деле спешка не нужна. Вот у нас идет аккуратный предзаряд. Минимальным током. И по достижении уверенных 12 вольт у нас пойдет предзаряд, но уже 3,5 амперами, и продлится наш предзаряд до завтрашнего дня. А пока едем домой кушать пельмени. Прозаряжали 15 часов, и как видим, всю ночь, за 15 часов батарея набрала 13 вольт, что нам и требовалось доказать. Здесь тоже 12,8. Будем считать, что предзаряд у нас прошел успешно. И приняли эти батарейки на грудь 52,4 ампера, 52,6. 52,7 уже. Так, ну это, мягко говоря, первым делом проверяем термометрию. Батареи ни в коем случае не должны греться. С термометрией все нормально, в гараже у меня сейчас 17 градусов. Батарейки не греются. Так, 18. Это очень важно, когда батарея пустая, очень легко ее приколошматить большими токами. Теперь перебиваем зарядный ток. Можно смело. Так. Делаем 13,2 ампера. Вот теперь 10% у нас можно смело. Ну, он вряд ли столько попрет. А ничего. 13,2, отлично. Здесь делаем то же самое.
Все, поехали. 13 ампер берет. Здесь тоже 13,1, 13,2. Ну, ток сейчас начнет снижаться, как догребет он до 14,7. Продолжаем работу. Ну что, друзья, зарядка наших глубоко просевших батарей продолжается уже 23 час. Зарядный ток на батарее, на которой было 4 с копейками вольт, упал до 5,6 ампер, а на той батарейке, где было 1,9 вольт, до 6,1. Принято 132,8 ампер, здесь у нас 127 ампер. Давайте проведем замер плотности. Так, плотность у нас выросла на 4,5 вольта, которая батарея была 1,20. Давайте заглянем внутрь. Так, видим равномерное кипение электролита 1,20. Что у нас здесь? Тоже 1,19,5. Так, и на более просевшей батарейке также видим равномерное кипение. Вот так вот. Здесь у нас плотность выросла 1,18. Также 1,18. Батарейки холодные. Ну, давайте замерим пирометром. Двадцать два градуса по всей батарее. Здесь также у нас 23. Двадцать два. Так, что у нас с этой батареей? И в связи с тем, что у нас вот эта батарейка, как видим, напряжение скачет 14,7, 14,6. Заряд очень длинный и продолжительный у нас получается. Поэтому сегодня зарядное устройство мы будем отключать и позволим инертному заряду поработать с нашими батареями. Инертный заряд будет продолжаться 8, минимум 8 часов. Ну, в этих батареях 132 до 12 часов у нас будет работать инертный заряд, который позволит нам размягчить глубокие сульфаты и помочь на нашей батарее избавиться от той сульфатации, которая в ней появилась в результате очень глубокой просадки и, возможно, длительного простоя. Поэтому напрягать батарею мы не будем, оставлять на ночь не будем ее, дадим
сульфатиком части растворится, а часть сульфатов более глубоких и крепких сульфатов размягчить, стать немножко мягче. И завтра с утра начнем работать с теми же параметрами на зарядном устройстве. Продолжим работу завтра. Так, зарядное отключаем и даем батарейке отдохнуть. Отключаю крокодильчики. Продолжим работу завтра. Батарейки отстояли 16 часов. Рабочий день начнем с замера плотности в них. Итак, было 1,18. А, здесь было 1,20 у нас. Так, плотность за счет инертного заряда 1,21,5. На полторы точки плотность выросла естественным образом, как бы. Да, 1,21,5. В этой батарейке было 1,18. И оба-на. 1,22. 1,22 на 4 точки выросло. Вот это инертный заряд поработал. Так, ну в этой 1,21. Но мы еще уравнивать будем. Делать уравнивающий заряд, поэтому не все еще потеряно. Так, сейчас подключим крокодильчики и посмотрим НРЦ на этих батарейках. Так, вот такое НРЦ мы видим, 13,1, здесь 12,9. Так, ну что, работать будем в прежнем режиме, поэтому настроечки трогать не будем, просто подключаем наши зарядные устройства. Вот пошел у нас основной заряд, отлично. И как видим, сразу пошли просадки по току. Это говорит о том, что инерционный заряд сделал свое дело. Смотрите. Так, ну пока прыгает. Ну уже 5,1, моментально 5,1. Мы уезжали, по-моему, 5,6 было. Здесь было 6 копейками, 5,8. Вот это свойство инерционного заряда и отстоя. То есть за время отстоя, как говорится, солдат спит, служба идет. Вот смотрите, какое резкое падение. 4,4, 4,3. Здесь уже 5,2. Ну что ж, продолжаем нашу работу. Прошло буквально 8 минут заряда, и как видим, началось резкое снижение зарядного тока. На это до 3 ампер, здесь 3,6. Но эта батарейка была у нас, на этой батарейке был более глубокий разряд, поэтому ничего удивительного, что ток держится еще на таких значениях. Это лишний раз подтверждает о целесообразности отстоев и проведения именно инерционного заряда, который проходит у нас при отключении зарядного устройства. Совсем забыл сказать в начале ролика, донести очень важную информацию. Это дата выпуска этих батарей. 5-й день 2020 года. Это с той же колоды батарейка, то есть 5 января 2020 года. Батарейкам 2 с небольшим года.
Что хочу сказать по вот этим батареям. Это батареи такого бюджетного сегмента. Они стоят относительно недорого по отношению к другим батареям. И соответственно показатели тоже у них не айс. 820 ампер для 132 батареи. Это как бы, ну, такой чуть ниже среднего показателя параметр. Гораздо лучше, конечно, вот такие батарейки Барсы. Они помощнее, у них 890 ампер. Что еще по этим батареям? Батарейки уверенно отрабатывают 3 года при хорошей эксплуатации. На четвертый год начинаются небольшие просадки, проблемы. Батареи довольно-таки устойчивые, износостойкие, вернее. Но единственный недостаток у всех таких батарей – это плохая виброустойчивость. То есть, если резко поставить батарею, может произойти замыкание. Под действием инерции пластины уводят, и они, как правило, замыкают. И, как правило, это в крайних банках, либо в задних, либо в передних. Ну, смотря на какую сторону поставить резко. И также, если эти батареи эксплуатируются на самосвалах, желательно избегать хлопка заднего борта при разгрузке. При хлопке идет очень сильный удар по раме автомобиля, и также батарея может выйти из строя. Тем, кто эксплуатирует такие батареи, следует это, конечно же, учитывать. Так, ну ладно, продолжим работу. Небольшое отступление от нашей основной темы. Но я думаю, кому-то, возможно, это будет полезным и пригодится при эксплуатации. Ну что, друзья, более 5 часов. Сегодня мы заряжаем наши высаженные батарейки. И часа полтора ток у нас не падает, ни здесь не падает, и на второй батарейке также остановился на 2 амперах. Такой заряд, такой длительный заряд на батарею будет очень плохо влиять. То есть те сульфаты, которые не растворились, они будут укрепляться, закрепляться на пластинах, и никакого развития не произойдет. Давайте замерим плотность. Также видим, посмотрим плотность. Вот видим, что небольшая динамика есть, 1,22. Но в течение 5 часов такая динамика нас не устраивает. Нам нужно развитие. Здесь 1,21 с половиной где-то в этой батарее. Поэтому мы будем увеличивать зарядное напряжение и уменьшать зарядный ток. Так, давайте уменьшим зарядный ток до, так, 4,5 ампер. До 4,5 ампер. Это примерно будет 3%. Так. И напряжение увеличим до 16 вольт. Вот таким образом. Здесь то же самое. Ориентировочно 3%. Так, и напряжение 16 вольт. И в таком режиме мы проработаем остаток нашего рабочего дня
Мне осталось 1,5 часа. И вот на сегодня отработаем в этом режиме. То есть это уже пойдет у нас режим до заряда. Так называемый equalization. Это контролируемый перезаряд. И сейчас будет происходить разгон этих батарей до напряжения окончания заряда. В принципе, это у нас будет считаться зарядом, зарядкой в один прогон, но с прибавкой инертного заряда. То есть мы вчера отключили батарейку и дали поработать инертному заряду, который, будем так говорить, принес нам небольшой успех. Итак, вот видим, потихонечку напряжение растет при 4,5 амперах. Пока остановим запись и будем мониторить ситуацию дальше. В общей сложности проработали сегодня с этой батареей почти 8 часов без 5 минут. И 2 часа 40 минут мы проработали с ней в режиме до заряда. То есть в процессе заряда было добавлено напряжение окончания заряда. И, как видим, правая батареечка имеет намного лучшие здоровые формы, будем так говорить. Здоровье у этой батареечки получше, но она была и поменьше просажена, до 4,5 вольт. Эта батарейка у нас за это время догребла до 15,8 вольт, и зарядный ток не падает. Здесь у нас все нормально, зарядный ток пошел вниз, начал снижаться, поэтому мы продолжим работу с этими батарейками также инерционным зарядом. Батарейки отключаем, снимаем крокодильчики и даем отстояться батарейки 15-16 часов. Ну, это все зависит от того, как я завтра с утречка свои глазки протру. И начнем работать с этими батарейками уже завтра. Думаю, что завтра мы с ними закончим работу. Так, давайте, наверное, сделаем замер плотности, чтобы все было по чесночку. Так, батарея холодная, как лягушка. Так, итак, пошел набор плотности, неплохо. Уже видим почти 1,25. Так, давайте в этой контрольной баночке тоже замерим. Так, вот так вот, 1,25 почти. В принципе, для гибридной батареи, для гибридных батареек, особенно вот эта батарейка, показывает неплохие результаты по здоровью. Она на 3% легко добралась до 16 вольт. Это немножко отстает, но у нее и просадка была. Также 1,25 почти. Как видим, электролит чистенький. Вот здесь 1,24 в этой баночке. Видим ярко выраженное кипение, бурление. Батарейки кипят. Давайте дадим батарейкам отстояться до утра. Часов 8
от 8 до 12 часов будет опять проходить у нас инерционный заряд. И уже завтра будем смотреть и делать выводы, что делать с ними дальше. Нам нужно набрать плотность 1,28. Эти аккумуляторы, к сожалению, идут с повышенной плотностью все. Бывает плотность у новых батарей до 1,30. Но мы наберем 1,28, и батарейки улетят в рабочее плавание. А на сегодня пока все. Батарейки отстояли 16 часов. И начнем сегодня работу с традиционного замера плотности. Так. В этой батарейке у нас плотность 1,26. Это второй номер, будем так говорить, которая менее просажена была. Также 1,26. Инертный заряд поработал у нас, инерционный. Здесь у нас 1... Да, почти 1,26, 1,26. А теперь, друзья, хочу немножко объяснить, почему я выбрал именно такой алгоритм работы. Дело в том, что, как я уже говорил во многих своих роликах, нет двух одинаковых батарей, и все батареи ведут себя по-разному. И останавливаться там на каких-то определенных алгоритмах нам нельзя. Дело в том, что батареи, они сами нам подсказывают режим работы. То есть нужно смотреть в первую очередь на динамику того, как батарея принимает заряд, либо она не принимает. Что касается конкретно этих батарей, как вы, наверное, заметили, обратили внимание, вчера у нас на 14,7 ток остановился на определенных значениях, и не было продвижения ни вверх, ни вниз. Любая положительная динамика говорит нам только о том, что с батареей нужно продолжать работать. Если же динамики положительной нет, и если пошла отрицательная динамика, то есть либо... Ну, как правило, это снижение зарядного тока, либо, вернее, рост зарядного тока, либо падение напряжения во время заряда. Это говорит об отрицательной динамике, и в этот момент нам нужно прекращать заряд и дать волю инертному заряду, инерционному, чтобы батарея потихонечку доходила. Дело в том, что особенно вот в таком состоянии аккумулятор не сможет сразу освоить весь заряд. И ему нужно дать время, не спешить. Если у нас положительная динамика, то есть активно снижается ток, либо растет, выросло напряжение до определенных моментов, до определенных значений, вернее, которые мы задали, то заряд мы продолжаем. Вчера у нас заряд остановился на одном месте, ток, мы не дождались, пока он будет расти, он остановился на определенных значениях, и в этот момент мы прекратили работу с этой батареей. Сегодня мы продолжим с тех значений, с которых мы закончили работу вчера. Ну, давайте еще для полной картины нам нужно... Мы сегодня снимем показатели.
И нам нужно убедиться, что какая-то динамика нашей работы с этими батареями есть. Что еще хочу сказать, прежде чем будем делать замеры. Дело в том, что вот эти батареи именно вот такого уровня бюджетного, они с прилавка, абсолютно новые батареи, они либо слегка, либо натягивают вот эти значения, которые обозначены производителем, либо в большинстве случаев они сразу отстают от этих значений, очень редко эти значения немножко перекрываются. Ну, соотношение цены-качества, как говорится, в этом направлении полностью соответствует. Так, обычная. Так, и у нас 820 ампер. Посмотрим, что нам принесла наша работа. И что еще хочу добавить. Вот такие просадки, вот такие глубокие просадки, они ничего хорошего аккумуляторам не приносят. С учетом того, так, вот 68% у нас менее просаженная была батарея, которая была батарея, показывает по слуху 681 ампер пусковой ток, и НРЦ у нас еще довольно высокая. Так, сопротивление 4,04. Да, и почему именно я останавливаю работу? Дело в том, что вот когда останавливается заряд на каких-то значениях, этот переломный момент именно в чем он заключается? В том, что в это время, когда стоит заряд на месте, либо он двигается в отрицательной динамике, у нас происходит закрепление тех сульфатов, которые не растворились. И они находятся именно на границе стратификации. Нам нужно время для того, чтобы эти сульфаты либо очистились, либо хотя бы размякли, для того, чтобы продолжить с ними работу и чтобы они более уверенно начали откисать, начали отходить от пластин. Поэтому двигаться нужно именно в таком режиме. Если продолжить заряд, то мы только закрепим эти сульфаты на пластинах. И ничего хорошего, ничего доброго нам это не принесет. Так, ну здесь 66. Батареи практически очень рядом. Здесь 68, здесь 66. Там 680, по-моему. Здесь 670 ампер. НРЦ 13,35. Сопротивление 4,12. Так, давайте опять подключим зарядненькие устройства, наши кулончики, и продолжим работу. Возможно, работать придется еще сегодня с этими батареями, а возможно еще и завтра. Вот опять делаю какие-то предсказания, предположения, хотя этого делать категорически нельзя. Так, видим 13,3 здесь, 13,2 на кулончиках. Немножко показатели отличаются от данных тестера. Ну все, пошла наша работа. Также 4,5 ампера и напряжение окончания заряда 16,2 вольта. Так, работа пошла. Ну и теперь будем следить за динамикой работы. И я все-таки думаю, что эти батареи придется кудрявить до 1,29, возможно, 1,30, чтобы полностью убрать стратификацию в этой батарее, в этих батареях, и довести дело до конца. Ну а пока делаем небольшой перерыв. Надо попить чайку. Вот прошло буквально 10 минут после начала заряда. И что мы видим? Та батарея, которая более отстающая, за счет инертного заряда у нее лучше растворились
сульфаты. И, как видим, сразу пошло снижение зарядного тока. 3,8. Здесь, на этой батарее, которая имела немножко лучшие характеристики, она и по замерам сейчас выдает немножко лучшие характеристики. Здесь у нас ток пока стоит на том месте, которое мы задали. Поэтому говорить о том, что две батарейки будут одинаково себя вести, как бы не приходится. Да, еще хочу объяснить, почему я поднял зарядное напряжение. Вот именно для того, чтобы не закреплять эти сульфаты, а убрать расслоение, именно вот эту стратификацию, и как бы непрерывным зарядом, то есть зарядом в один прогон, вчера мы работали, с увеличением напряжения. Это тоже один из методов работы с такими батареями. Поэтому как бы все идет по плану. Но смотреть будем, конечно, по результатам. Результаты пока мне не нравятся, они меня не удовлетворяют. Хотя батареи 2 с лишним года. И неизвестно, сколько батареи, эти батареи стояли в разряженном состоянии. Потому что они стоят на чекманах. И у клиентов сейчас с работой не айс, то есть... Бывают очень большие простои, и вот именно во время очередного такого простоя вот эту батарею довели, эти батареи довели именно до такого состояния. Ладненько, будем продолжать работу. А у меня уже закипает чайник. Вернее, не у меня чайник закипает, а в гараже закипает чайник, чтобы я попил чайку. Как-то так. Друзья, проработали с батареями 5 часов 40 минут. И, как видим, зарядный ток на этой батарейке у нас упал до 3,5 ампер. Здесь до 4, до 4,3. Давайте замерим плотность. Плотность я уже мерил, плотность я мониторю постоянно в процессе работы. И плотность 1,29 в этой баночке. Все баночки снимать не буду. Я их промерю сам. 1,29 в этой. Здесь также мы видим 1,28,5. И 1,29. По идее работы с батареей нужно еще до завтра, но позвонил клиент и попросил батарейки в работу. То есть ему нужно двигаться, поэтому хозяин барин, как говорится. Поэтому отключаем зарядное устройство. Сейчас дадим батарейкам 2 часа отстояться. И будем завершать наш ролик. Сделаем тест конвеем. Посмотрим на показатели. Они, конечно, будут не совсем корректные. Но примерно мы с вами увидим, что нам батарейки покажут на выходе. А пока ждем 2 часа.
Друзья, время у нас так, без почти 6 часов. Рабочий день закончился. Сейчас я дождусь, когда приедет владелец батареи. Он уже позвонил. Дело в том, что завтра с утречка эти батарейки уже будут полностью в работе. Нам остается только снять показатели. Работа проделана не полностью. Основной показатель, что мы хотели, но не основной, один из основных показателей, это плотность. Ну, нам нужно было еще проделать уравнивающий заряд и немножко отбалансировать. Как видим, уверенные 1,29 в батарее есть. Так, давайте это ускоряк. Но это я буду более тщательно показывать клиенту. 1,29 уверенно в батарейках есть. Нужно по-хорошему сделать уравнивающий и балансировочный заряд. Но день год кормит, как говорится, потому что батарейки уедут, и за один рабочий день машина может заработать на новые батареи. Но это дело их, нет, дело клиентов. Так, 820 ампер. Все делаю при вас, чтобы это было более наглядно. Так, 83% показывает нам та батарейка, которая была просажена до 4,5 ампер, 748 ампер пусковой ток, сопротивление 3,69. Ну, для двухгодовалой батареи, которая работала на Чикмане, при всем при том, что эти батареи с прилавка, будем так говорить, если они не были изначально обслужены и отбалансированы, они не выдавали своих положенных 820 ампер. Я уже об этом говорил, что эта бюджетная линейка, показатели на текущий момент неплохие. Так, и вторая батарейка у нас, которая была практически в ноль высаженная. Вот так вот, 2% у нас разбег, 81% АКБ исправно, 740 ампер выдает, 3,73 сопротивление. НРЦ у нас еще большое, но я думаю, что к тому моменту, когда батарейку поставят, вернее, когда она будет крутить, это будет завтра утром, показатели у нее должны улучшиться, потому как прошло всего лишь 2 часа после того, как мы закончили с ними работу. Также заберут и эти батарейки свежие, и они показывают гораздо лучшие результаты. Но ролик не о них, ролик об этих батарейках. Все сразу уложить, уместить в один ролик я не смогу. И так получается у меня очень длинные песни. Что, друзья, хочу пожелать всем добра, удачи, здоровья. И самое главное, берегите свои батарейки. Всем пока-пока.